В Казанском университете состоялась научно-практическая конференция «Диалоги о частном праве в Поволжье». Она организована исследовательским центром частного права совместно с юридическим факультетом Казанского университета. Проект уникальный, поскольку позволяет, во-первых, пообщаться с специалистом в области частного права лично, обсудить какие-то актуальные проблемы. И этот проект, вот он сближает людей, позволяет прийти к каким-то интересным решением. Конференция посвящена проблематике корпоративных отношений. Это отношения, которые складываются в рамках организации, различных организаций. И вот обсуждение этой проблематики, оно касается руководителя этой организации, то есть его ответственности, касается вопросов защиты, ну, то есть проблематика юридических лиц. Ну, для юристов она понятная, поэтому очень широкий круг отношений, которые относятся к корпоративному праву, к регулированию корпоративным правом, поэтому здесь вынесены на три площадки наиболее такие вот актуальные сегодня проблемы. На основе положений, которые обсуждались на дискуссионных площадках, будет составлен документ, который может лечь в основу законодательных инициатив. Мы очень много говорим о новых экономических отношениях. Без этого сегодня Российской Федерации нельзя идти вперед и встать в один уровень с развитыми экономическими странами мира. Но в этой связи развитое корпоративное право, юридические каноны должны сыграть свою роль, потому что нельзя без грамотного правового регулирования работать в этом направлении. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.